Всем привет, это Костик, и сегодня я хочу поделиться своей новой радостной покупкой. На этот раз мы вот приобрели себе новый телевизор. Собственно, для этого я и подключал кабельное телевидение, которое пришлось отключить. Но об этом уже, конечно, в другом видео. Вот. В этом видео мы посмотрим телевизор. Сейчас мы его откроем, поставим. Теперь вот у нас он будет стоять в зале. Приставку PlayStation, я думаю, тоже перенести в зал. И как бы больше проводить времени в зале. Вот. Итак, открываем. Так, сейчас пиво спустим лучше со стула. Так, это у нас подставочки такие вот будут уголками. Так, снимаем на пласт. Диагональ 43 дюйма, в сантиметрах это 108, вот Smart TV, Wi-Fi, 4K, 3800 на 2160, ну там понятно, HDMI, USB. Так, вот как он у нас выглядит. Так, чтобы прикрутить подставку, нам нужно будет его положить лицом вниз. Но для этого нам нужно что-то под него подстелить. Возьмем вот. Итак, вот мы прикрутили все. Теперь будем ставить. Так, что это у нас тут упало? Провод. Так, внутрь у нас не залазит он, разумеется. Ставить будем его спереди. Так, как он вот у нас поместился. В принципе, нормально. Как я его, в принципе, по высоте и по ширине и представлял. Так, в эту сторону немножко. Вот. Так, здесь мы разместим PlayStation. Итак, в самом начале не сказал. Телевизор DEX-U43D9100H. Вот, 4K Ultra HD. Разрешение, соответственно, 3840 на 2160, диагонали 43 дюйма, в сантиметрах 108. Вот, там был вариант взять 108 сантиметров или чуть побольше. Я думал, подумал, что как бы 43 дюйма более подойдут под разрешение 4К. Также у нас тут Smart TV, Wi-Fi. Вот. Вот я все подключил. Вот как у меня теперь это все выглядит. Тут вот стоит телевизор, адаптер под телевизором, камера под телевизором. Приставку разместил сверху, то есть провода все за телевизором. Шлем здесь. Вот. Розетка вот здесь. Здесь вот у меня всякие проводочки. Вот. Там джойстики, мувы, инструкции. Специальный ящик. Так. Ну что ж. Настало время для Mortal Kombat на большом телевизоре в зале. На этом пока что все.